Вы видите свет? Что? Никто не купил мне тот... Подарок, который я хотел. Соски давно уже не эрогенная зона для меня. Это неравная битва. Я словно вишу над обрывом. Я Гектор, я психиатр. У вас настоящий талант. Можешь ли ты сказать, что ты счастливый человек? Я хочу уехать. Когда? Очень скоро, сейчас. Хочу узнать природу счастья. Если уж ты едешь, езжай всерьез. Не упускай свой шанс. Я все тебе разрешаю, ясно? Это старый самолет. Значит, много лет не падал. И сразу на душе спокойнее. Видимо, это был зов судьбы. Отрывайтесь! Ты что, сволочь из Нью-Йорк Таймс? Мы в Китае. Ты китаянка. Я раздолбай. Мальчики. Что? Эй, парни, почему? Гектор. Я люблю вас, ребята. Давайте делать мир лучше. Смешно. Да иди, ты знаешь куда? Выбираешь цель и движешься к ней. Я хочу сисяста. То есть счастье, да? Интересно, многие ли из вас вспомнят тот светлый момент, когда мы испытываем счастье как состояние души? Ту минуту, когда буквально все в нашем мире было хорошо. Путешествие Гектора в поисках счастья. Первый класс. Бизнес-класс. Эконом. Вы. Беру.